Смотрите, какая яркая-яркая радуга. Я еду уже в сторону дома, купила воды. Смотрите, какая радуга. Вообще просто яркая-яркая. Прям такое ощущение, что вот руку протяни, и ты ее достанешь. Классно, да? Вот вода. 5 бутылок по 8 литров, 160 рублей. Это ключ здоровья. Да, по-моему, ключ здоровья называется. Прошел дождик, я в Люберцах, пытаюсь из них вот выехать. Уже 7:30 вечера. Пытаюсь вот я выехать в сторону дома уже со своими покупками. И вот тут как раз такое красивое явление. Все, едем. Будет что интересно, еще включусь. Одно удовольствие ехать, пробок нету. Ну, вот то, что вот сейчас передо мной, это не пробки, это так. Просто здесь светофоры. А это, по-моему, Малаховка, если я не ошибаюсь. Или я ошибаюсь. Ну, короче, какой-то населенный пункт. Видите, здесь магазинчики справа. Слева дома. И вот здесь вот светофоры, поэтому часто светофоры, поэтому здесь такой небольшой заторчик. Но так, в принципе, довольно-таки быстро. Я проехала, еще чуть-чуть, там у меня уже будет поворот. А потом еще чуть-чуть, и я уже дома. Время без 28. Такое прям затишье. Дождик прошел. Ну, в общем, короче, красота. И тут справа сейчас будет, нет, не справа, слева. Сейчас мы будем проезжать. Там строительство идет довольно-таки такое большое. Сейчас я вас перенесу. Вот сбоку смотрим. Смотрим группу в головых, в голубых купальниках. Причем в голубых. Ну почему-то так, извините. Вот здесь идет строительство. Реал строят, это они дома, наверное, все-таки строят. А там чуть дальше, вот в глубине, вот там поселочек. Там такие коттеджики симпатичные. Я как-то ездила, их смотрела, но меня не впечатлило. И вот теперь, видите, здесь перед этими коттеджиками тоже какую-то что-то там строят. Там коттеджики. Вот, что у нас в Подмосковье строительство идет. Везде активно, бурно. К чему хорошему это приведет, не знаю. Но, в принципе, большинство людей уже, кто не готов платить огромные деньги за квартиру в Москве и брать ипотеку на 20 лет, берут в Подмосковье. Ну и, соответственно, что плохого? Плохого то, что пробки становятся все ширше и обширнее. И въехать, выехать из Москвы уже сложно. И, честно говоря, потом уже и не очень-то хочется. А так все прекрасно. Так, вот здесь там, кстати, гостиница есть. Не знаю, может, кому-то надо. Гостиница. Номер 1500 рублей. Вот она, гостиница эта. Видно вам? Вот. Все. Теперь в сторону же. Я уже около Жуковского. Но я сейчас буду делать поворот, чтобы ехать не в Жуковский, а уже проехать в сторону по трассе уже в свою деревню. Все, будет что интересно.